Сейчас пойдем в другую сторону, туда посмотрим, что там, к чему там. Уже камана лице обгорівши вже. А цей соска сразу, все, уже всі сигарети покурив, уже нема сигарет. Буде табак курити. З той сторони там теж дуже красиво, там теж і магазини є, і парк. Пройдемося немножко, ну, посмотрим. Сейчас з під'їзду все время туди, в ту сторону ходимо. А зараз ми сюди пойдемо. От. 9-й, а де ж 10-й номер? Я не пойму. Ось 11-й, де Алена живе. А 10-й? А, он 10-й. У них, конечно, номера вообще непонятно. 8. Ну, четные там. Вот 10-й. Где-то Аленка в этом доме живет. Вы представляете, так вот оказалась рядом. Смотрите, о, кактус. О, какой он кактус интересный. Посмотрите, какие, да? Какие-то, видите, молодые, молодые, видно, политическая партия какая-то. Молодые, молодцы. Смотрите, видите, он на кирпичике контейнерок с водой. Ух, какой ветер. И вот сидит Катя. Собак очень мало. Вот, смотри, какая красивая. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Катя. Детских площадок вот таких много. Вот это вот школа, видите, вот школа, где музыка играет. В понедельник я встречаюсь с Аленой, в воскресенье с Наташей, а в понедельник с Аленой. И вот они ответят на вопросы, потому что, правда, я не могу, я же не знаю. Господи, вот это скакану. Я там буду задавать вопросы и по школе, и почему. Вот у них они еще учатся, дети, месяц. Но на Украине вроде бы что же будет теперь только июль и август каникулы. А то все будет учиться дальше. Ну, очень... Я говорю, а что это за музыка такая интересная? Это просто песня какая-то ихняя, такого приятного, ну, приятной мелодии. И они взяли, вырезали. Вместо звонка, это правильно. Боже, какая красота, ребята. Посмотрите на тот красный, красный куст. Я сейчас подойду поближе и сниму его. Я не могу удержаться. Я так понимаю, это вход в школу, ворота. Охранник он сидит, видите? Сейчас я вам сниму. Смотрите, какая красота. Это вообще бомба. Просто бомба, ребят. Посмотрите. Господи, какая красота. Ну, придумал Бог такое, да? Вы посмотрите. Вы посмотрите на эту красоту. Не, ну у нас-то... А какое оно большое. Посмотрите на этот, на столбур понакручиванный. Вы видите? Ой, какая красота. Наташа, а ну как это дерево называется? Ты мне всю информацию сбрасываешь. Так смотрите, еще рябенькие лепесточки. Я сегодня не брала палку, поэтому все в руке, не дотягиваюсь. Ой, как красиво, ой, как красиво. Это вообще просто. Видите? Видите, какой контраст. Могу не уйти, хочу показать вам. Смотрите, спортивная площадка для детей. Дети играют в футбол, то есть все это сделано. И смотрите на покрытие. Это не земля, это не щебенка, это специальное покрытие. То есть вся спортивная площадка покрыта специальным покрытием. Так и должно. Где дети играют в волейбол, смотрите, навес, чтобы была тень. Это правильно. Самолет он полетел. Вот так. Такая школа. А вот смотрите, какая пальма, совсем другая. Она как седая. Видите, какие? Вот она, две штуки. Не просто вот так, а вот так вот закручена. Видите, как листок, смотрите. Видите, как? Красиво. Идемте посмотрим, какие тут. А это как седа, я же говорю, что другой цвет. Вы видите, женщина, смотрите, собачка, у нее такой мешочек, она собирает какашечки. Правильно, видите? Собачка сходила.
Потеряли что-то. Выпало порой. А ну-ка, идемте посмотрим, что здесь. Ой, неразлучники, вот, смотрите. Неразлучники, попугаи. Помнишь, у нас такие были? Вот они. Ну, это как у нас попугаи. И рука. А вот смотрите, какая крыса, не крыса, а это как свинка морская. А он, смотрите, спит как. Видите, он шиншилла или что? А вот кролик. Лекарства всевозможные, одежда, рыбки. Ну, магазин, зоомагазин. Тут тоже, вон, смотри, как крутят маки. Помнишь, маки у нас такой? Смотри, смотри, как крутят. Да. Эх, спешит, спешит куда-то. Клетки большие. Для рыбок, для маленьких. Смотри. А нет, они для рыбок. Это... Или для рыбок переносить, наверное. Можно такую купить одну. Это какой-то магазин такой. Развязка. Просто обыкновенные улицы. Видите, какая красота. Пальмы у них, как у нас абрикосы, я же говорю. Там вот какие-то, наверное, почта или что. Гастроном семейный. Идем перейдем, посмотрим, что в гастрономе семейном продают. Пошли. А здесь нету, вот видите, вот смотрите, тут, вот там есть, а тут нету. Будут пропускать до последнего. Оказывается, что очень большие. Я не успела. Саша пошел, я не успела. Буду ждать. Очень большие штрафы водителям. И вот смотрите, вот улица эта идет. Там вроде такой тупарь, да? Темно вообще. А здесь... О, какой красавец поехал. Ух. Я имею в виду машину. А здесь прямо нормально. Ох, и машина Chevrolet американец. Стоим, ждем. Ну вот представьте себе, у нас там вроде бы такая нету центральной дороги, а вот здесь жить. Ну это везде проблема, как и у нас. Если живешь, о, зеленый, если живешь на центральной улице, то хоть повесься. Вон человечек. Сейчас пойдем. Астроном семейный. Ничего себе, посмотрим. Что ж там, опять-таки это вышка. Но у них кабеля, потому что все электрическое. Все на электричестве, поэтому разводки у них очень-очень крепкие и сильные. Как у нас на... А какие там 380? Там нам, я не знаю сколько. А вот какая красавица. Ой, ты мой зимой, красивый какой красивый. Ой, господи, комок шерсти. Долго. Я сейчас хочу купить лимончик и водичку сделать с лимоном. Потому что просто бутылки вода. А знаете, ну, вода-то водой, а так лимона сока добавишь, и не будет хотеть пиццу. Что ты кажешь? Вот хлебушек, видите, тут продаются хлеба и кондитерка. Вот, видите, в каких красивых этих. Ну, вот, вот бисквит, просто бисквит, без ничего, видите, какой. Бисквит, это, я не знаю, что, как кексы. Ну, там хлебушек и... Вот, смотрите, бисквит ореховый, вот он. Ну, это я так думаю. Это какие-то... А вот тоже, смотрите, как мраморный. Цена, сколько это стоит, сейчас скажу. Я не пойму, или это число, наверное, 26.06. Это срок года, сколько стоит, не знаю. Вот такие, смотрите, есть, видите, вот. Красивая, да? Вот такой, как просто хлебушек. Внизу какая-то выпечка вот такая, вот видите? Это что-то такое сочное, я не знаю, что. Тут не написано. Арабскими написано буквами. А я уже знаю, где иврит, а где арабский. Вот смотрите, видите, стоечка. Вот это у них, я уже теперь знаю. Вот это вот уцененное у них продается по... сколько там? 5 шекелей. Ну, оно же все, вы видите, какое. Ну, это на компот, может, кто-то берет. Вот груши, смотрите, какие. Видите, подгнила. Дынька, спаржа. Это, гляньте, сколько яиц продается. Нифига себе. Так, сейчас я посмотрю. Абрикоски.
А киви 9,50. О, киви, господи, вот здесь вкусные. Я купила, попробуем. Картошка 3,90. Но картошка такая цена и там дороже. А вот это вот, конечно, очень на 2 шекеля. А этих я не вижу, Сань. Я лимонов тут и не вижу. Да, лимон в середине должен. Ты думаешь, да? Ну что-то арбуз не знаем. Может, давай возьмем в коробочку арбуза нарежем, чем не хочешь. Там я хочу. Вот смотрите, какой большой батат. Такой хороший. Чистенький. Лучок. Пахнет здесь так фруктами. Кальраби, да, или как называется? Ну что, брать? Один, Саш. А почем там? У них вообще тут цены нету нигде. А ну спроси у них почем. Ой, что-то они такие, подожди. А ну ты хорош взял? Какие-то они такие. Ну такие есть эти. Да не, просто какие-то вон эти толстые шкуры. Там я кушала вкусно, конечно. Да вот этот. Небольшой такой. Вот этот, наверное. Не зеленый. А он, наверное, с этим. Или вот этот. Нет, это какой-то тут немножко. Саша, ты идет, женщина покупает. Какие-то не такие. Немножко мальчиковатые. Вот этот, наверное, тонкая шкура, Саня. У меня кошелек возьмешь сзади, на. Капуста. Смотрите, какой чеснок, ребят, видите? Бери. А баклажаны, смотрите, какие. Веер прямо. Ой, тут так дует кондиционер, мама не горит. Внизу, что ж ты в карман лезешь? Вот считай, это густо. Что-то я кукурузу раз пою. О, смотрите, тоже, видите, свеколка вареная. Ну, и у нас такое есть, конечно. Но я не вижу, конечно, в этом. А вот манго. Но я уже манго куплю там в том магазине. Видите, я хочу то желтое, что 60 стоит, чтобы уже попробовать, так попробовать. Яблочки. Пахнет. Да, это пахнет яблочко, ну вот это. И это пахнет. Пахучие яблоки. А семеринка. О, пахнет. Пахнет. А, киви я вам не показывала. Смотрите, у них киви совсем не такое. Оно вообще не волосатое, видите? У них волосатых нет. У них киви лысые. Это, наверное, этот, как он называется? А вот грибы, смотрите. Видите, шампиньоны. Коричневые. Здоровые. Грушки. Персики, видите, с таким носиком. Не знаю, как этот сорт, надо посмотреть в агромаркете. Видите, какой носик? Все носатые. Сейчас обидеться, что я неправильно сказала. Все носатые. А ну, какой виноград у них, интересно это. О, редиска, смотрите. Ну, укроп. Вы меня спрашиваете у дерей. Тут стебла такие тоненькие. Видите, какие пучки? Ну, пахнет. Сказала Аленочка, что надо выкупать арбуз целый, Сань. Ой, не туда показываю. Не, ну вы понимаете, что на улице, конечно, мусор есть. День заканчивается, мусорки пройдут, уберутся. Это понятно все. Так, теперь емки в гастроном. Сок и лимончик получился, Сань. Да, шут там. 3 шекеля, наверное, да? Угу. Ну, гривен 30. Гривен 30, Саня, кажется. Один лимон. Тоже это такие. Сироп. Сироп, я поняла. Угу. Сироп миндаль. Спасибо, да, понятно. Миндальный сироп. Да, я поняла.
Ликер, наверное, ликер все-таки. Не сироп, а ликер. Сироп. Ликер. Я думаю, ликер. Не ликер? Сироп. А куда заходить? Вот сюда в магазин заходить, Саша. Да? Товары ваши. Смотрите, ребята, наши шоколадки. Ваши соки. Да. Но я просто еще не встречала батончиков. Да, а так, ладно. Да. Просто на кассу не смотрели. Наверное. Очень много товаров Украины. Да, российских, Украина, да, тоже половина, много. Половина, но не как Украина больше, чем Россия. Да. Мы же ближе, наверное. Да. Ой, смотрите, даже кольцо, как в школе. Знаете, песочное кольцо с арахисом. Обалдеть. Сочники, ребята, смотрите. Ватрушка. Ватрушка. Сейчас, секундочку. Так, это кошатники. Вот, смотри, какие у них холодильнички для тортика. Видите? Всякие. То есть... Ой, холодный холодильник. Вот залитая, смотрите, видите. 36 шекелей стоит вот эта коробочка. Это $10 вот эта коробочка. Я знаю, что вы думаете, вот это да. Ну, теперь обратите внимание на пиво. Я, знаете, меня даже обрадовала, я в одном магазине увидела полтавский лимонад, вот этот, который тетя Груша. Знаете, тетя Груша? Вообще шикарно. Вот смотрите, это или Наполеон, или паровая баня. Вот я не знаю, это не написано. Видите? Плетю. Это, наверное, с рыбой. А может, нет. Сода. Лапша. Сливы, смотрите. Это, наверное, мед. Цветочный мед, да. Вот всякие. А, так это же русский гастроном написано. Чего я удивляюсь, господи. Олейна, вон, смотрите. Ой, тут музыка. Я уже забыла, что тут же музыка может наша быть. Что за баня? Видим, как катает. Раз. Это что-то маленькое. Есть большая, есть маленькая. Ну, видно, порционно берут. Детки, как обычно, пиццу любят. Все здесь. А вот, ну, это не пиво, это просто бочки. Так. Это тут пив-бар у них. Вот мы посмотрим здесь по ассортименту. Смотрите, видите? Сколько много. Посмотрим дома. Так, ну что? Вот этот уголочек. Он опять самолет полетел красиво. Это самолетчик. Самолетчик. Этот уголочек мы прошли. Я вам показала. То есть на новую улицу попадаешь. Ну, понятно, что магазины. Вроде бы так и структура строений вся одинаковая. Но природа, конечно... Совсем другая, совсем другие растения. А есть точно такие же, но все равно они красивые. Все, занесли уже всех птичек домой. Птички уже пошли спать в магазин. Вы спрашиваете, почему они ставят на тротуар машины? Потому что негде ставить. Саша говорит, что вечером и ночью можно, а уже тогда днем, если ставить... До 7 утра. До 7 утра. Штраф выписывает, так что если будете на машине. И в выходные можно круглосуточно. Круглосуточно, да? Да. Так а как же с пешеходом ходить, шаббат? Ну да. Ходы, кто я хочу. Здесь более новые дома тоже отреставрированные. Видите, какие шикарные. Они были вот первый цокольный 2, 3, 4. А вот он наверху. Где мужчина, он стоит. Это все достроили. Два этажа достроили. Достроили, за это, да, продали будут. Квартиру. Красиво, смотрите, какие входы в подъезды. Все здесь. Ой. У них все ездят на вот таких вот электрических велосипедиках. Педали крутить не хотят. А, это же для того, чтобы в шаббат не крутить педали, наверное, да? Кстати, он бежит километров 60. 60 километров, да? Тоже, смотрите, какие дома. Все отреставрированное. Вот так точно сделают. Все дома здесь будут, в этом районе. И людям хорошо, как говорится. И... Ну что, все. На этой ноте закончим сегодняшний репортаж. Ну, до новых встреч. Жду вас у себя на канале. Подписывайтесь, кто не подписался. Путешествия наши продолжаются.
Завтра Мертвое море.